Это один из самых сложных, самых интересных и самых таких творческих кружков, которые мы гордимся всем своим центром. Авиамоделизм – это кружок спортивно-технического направления, где ребята от 9 до 18 лет могут научиться всем азам создания различных моделей самолетов. Тут не только физические какие-то навыки нужны, но и главные умственные способности, потому что прежде чем распилить самолет, прежде чем, вернее, его создать, нужно его смастерить, начиная от чертежей и заканчивая уже вот этой летной своей деятельностью. На занятиях в кружке авиамоделирования дети изготавливают различные действующие авиамодели, проводят их испытания, отладку, доводку. При этом каждый ребенок работает индивидуально над собственной моделью.